Подведены итоги рейтинга эффективности губернаторов. В 10-й раз Фонд развития гражданского общества на основе 5 тематических модулей оценивает работу первых лиц регионов. Учитывается так называемое социальное самочувствие областей, экспертные оценки деятельности губернаторов, динамика развития экономики в регионе. По сравнению с прошлым годом, позиция Павла Конькова в списке упала на 2 пункта. Он занял 39-е место с показателем в 67 баллов. Это средний результат. Губернаторы Костромской, Нижегородской, Ярославской областей заняли 46-е, 54-е и 78-е места соответственно. Лучший результат в числе соседних регионов заняла губернатор Владимирской области. Ее позиция в списке 10-я.